Сдаются. Сдаются. Хорошо, что вы, обдумав свое решение, и приняли правильное решение. Это очень важно. Начиная от Афганистана, Сирии, Ливии, Ирака. Сколько их? Очередная их задача — это уничтожить украинский народ и поссорить вас с вашими же братьями, славянами, с россиянами, со всеми нами. Вы делали правильное решение. Поэтому к вам будут относиться с уважением, как к пленным, которые приняли правильное решение залезть. Я уверен, что многие в Азовстале и в других местах примут такое же решение, потому что у них нет ни единого шанса остаться в живых. Потому что то, что они делали, как они издевались над своим же народом, это никто им не простит такого. В первую очередь, украинский народ им это не простит. Этот народ ваш народ. И вы должны выбрать своего президента, сделать свой выбор. Россия ничего не навязывает ни украинцам, ни украинскому народу. Единственное, чем мы не можем согласиться, во главе который сбежал, бросив своего тогдашнего, в кавычках, президента Масадова, призывает договориться с Зеленским, чтобы они вместе здесь свое. Мы их там уничтожили и здесь тоже уничтожаем. И после Украины дальше будем идти, где бы они ни были. Потому что под флагом ЛГБТ, трансгендеров, религиозный православный народ Украины никогда не смирится, как и народы всей России. Без разницы какой-то веры и национальности. У всех у нас есть своя религия, свои семейные ценности, свои культуры, обычаи и традиции. Правильно? Согласны? Да. Ахмад! Сила! Молодцы! Будьте всегда со своим народом, соблюдайте свою религию и культуру и обычаи своего народа и защищайте ее, а не Бандеру и нациков. Их мы все равно уничтожим. Не будет на Украине во главе с Зеленским этой сволочи. Всего вам самого хорошего. Вам, вашим близким, родным и всей Украине, чтобы поскорее это все закончилось, и вы вместе с россиянами также по-братски жили, радовались. Всего самого наилучшего. Я вижу, здесь есть и девушка, да? Нет. Как вы, как у вас? Хорошо. Самочувствие нормально все? Да, хорошо. Всего самого наилучшего.